Супергрузовик. Привет, ребята! Готовитесь к завтрашнему пейнтболу у Бена? Выглядите просто потрясающе! Бен, ты просто молодец, что устроил состязание по пейнтболу! Малыш Мэтт, будь осторожен! Тебе нельзя тут находиться! Малыш Мэтт, ты в порядке? Думаю, эта работа как раз для супергрузовика Бен. Бену нужна твоя помощь, Карл. Малыш Мэтт залез в его дом и застрял между деталями от старого сельскохозяйственного оборудования. Ты поможешь? Отлично, в путь! Экскаватор! Должно сработать. Потрясающий супергрузовик! Давай отправимся на ферму Бена и спасем малыша Мэтта! Бен, супергрузовик приехал на помощь. Теперь пора кое-кого достать из этой груды металла. Будь осторожен, супергрузовик. Именно отсюда эта куча начала валиться, когда Мэтт в нее въехал. Некоторые из этих штук могут упасть, если до них дотронуться.
Берегись! Фух, у тебя получилось поймать. Супергрузовик, это было опасно. Кажется, у тебя появились фанаты, супергрузовик. Вот так, малыш Мэтт. Тебе было страшно? Ну, теперь-то все в порядке. Благодаря супергрузовику. Вы так выглядите, будто что-то задумали. Ох, ребята, вам стоит бежать. Супергрузовик сейчас вас поймает. Спасибо за твою помощь, супергрузовик. Бери-ка ружье для пейнтбола и вперед за малышами. До свидания, друзья. До новых встреч. Привет, малыши-машинки. Как ваши дела в этот прекрасный летний день? Вы ждете, когда Кэрри привезет вам мороженое? Хороший способ охладиться. Но где же она? Вы не знаете? Малыш Том, ты можешь спросить у своего папы? Он точно знает все, что происходит в автомобильном городе. Хорошо, а вы все просто подождите здесь. Привет, Том. Здравствуй, Кэрри. Выглядишь не очень хорошо. О, нет, так ты заболела и не сможешь привезти мороженое для малышей машинок. Как жаль, Кэрри. Вот бы нашелся кто-то, кто смог бы помочь нам вместо тебя. Эй, малыш Том, куда ты едешь? Какая чудесная идея! Давайте позовем супергрузовика! Почему ты не сказал мне об этом раньше? Карл, не время отдыхать! Кому-то в автомобильном городе нужна твоя помощь! Какая машина поможет нам остудить малышей машинок? О, конечно, машинка с мороженым! Хорошая мысль, Карл! Вперед, супергрузовик! Пора охладить жителей автомобильного города!
супергрузовик. Включай музыку, чтобы все знали, что ты едешь. Игорь, ты, как всегда, первый в очереди. Теперь давай поедем на детскую площадку, чтобы малыши-машинки получили долгожданное мороженое. Привет, друзья! Здравствуй, малыш Том! Как хорошо, что ты вернулся как раз вовремя. Угадайте, кто приехал. Супергрузовик! И у него есть для вас мороженое. Просто замечательно! Смотрите, а вот и Кэрри. Тебе уже лучше, Кэрри? И ты думаешь, что сегодня действительно очень, ну очень жарко? Может быть, ты хочешь очень холодного мороженого? Что ж, подъезжай сюда, угощайся. Супер, грузовик. Кэрри хочет поблагодарить тебя за то, что ты привез мороженое. Она спрашивает, может быть, ты сам хочешь немного? Спасибо, супергрузовик, ты всех сегодня спас. До свидания, друзья. Скоро увидимся. Привет, Эмбер. Какие красивые шарики. Ты едешь на вечеринку? Ты организуешь праздник в автомобильном городе? Как здорово! О нет, сколько здесь мешков с мусором? Для праздника это совсем не годится. Нам стоит отыскать мусоровоза Гарри и попросить убрать весь этот беспорядок. Что такое, Эмбер? Нет, кажется, Гарри заболел. Должно быть, поэтому он не собрал весь этот мусор. Ты права. Супергрузовик мигом справится с такой задачей. Хорошая идея. Пока он будет работать здесь, ты сможешь заняться Гарри. Ты так быстро откликнулся, Карл. Погоди-ка. А почему на тебе галстук бабочка? Ты едешь в автомобильный город на праздник? Что ж, праздник немного откладывается. Эмбер, нужна помощь в уборке. Гарри заболел, а мусор лежит повсюду. Превосходно! Bubble.
Привет, ребята! Кажется, Эмбер отлично позаботилась о тебе, Гарри. Не волнуйся о мусоре, супергрузовик уже едет на помощь. Почему бы тебе не помочь Эмбер подготовиться к празднику? Ей нужно перекрыть дорогу, чтобы когда праздник начнется, никто здесь не ездил. Спасибо, что приехал, супергрузовик. Давайте переочистим здесь все. Видишь, Эмбер, потихоньку все приходит в порядок. Дорога уже почти готова к празднику. Супергрузовик — это последний мешок с мусором. Молодчина. Тебе стоит вернуться домой и помыться до того, как праздник начнется. Что ж, друзья, кажется, все готово. Праздник начинается. А где же супергрузовик? Ах, ему пришлось поехать домой. Гости съезжаются, Гарри. Замечательно. Хорошего всем вечера, друзья. Привет. Заправляетесь, ребята? Игорь, а ты случайно не опаздываешь на работу на стройку? Стой, ты забыл? О, нет! Какой кошмар! Ох-ох-ох, что же теперь делать? Не расстраивайся, это случайность, Игорь. Хорошая идея, Сьюзи. Супергрузовик поможет нам справиться с этой катастрофой. Нужно послать ему сигнал. Оу! Смотри-ка, Карл, фейерверк. Тебе стоит поторопиться. Кому-то очень нужна помощь супергрузовика. Ого! Ух ты, Карл, только посмотри на себя. Ты теперь бензовоз. Поехали, супергрузовик. Пятно все еще растекается.
Спасибо, что приехал. Топливо разлилось, и мы не знаем, что делать. Ну, конечно, выключить насос. Отличная идея, супергрузовик. Игорь, ты можешь высыпать песок из кузова на это пятно? Песок впитает бензин, и он перестанет растекаться. А теперь что? Ну, конечно, твой шланг. Ты можешь использовать его, чтобы втянуть песок. Как умно! Давай посмотрим. Ух ты, все готово! Но что ты теперь будешь делать с этим песком? У, хорошая идея. Тебе нужно аккуратно использовать его настройки. До новых встреч! Супер, грузовик, отличная работа! Ты снова всех выручил! Действительно, куда же подевался супергрузовик? До свидания, Сьюзи. До свидания, друзья. Скоро увидимся.